Химкинской школе номер 8 торжественно открыли парту героя, посвященную памяти генерал-майора, первого командира 352-й Оршанской краснознаменной ордена Суворова стрелковой дивизии Юрия Прокофьева. В начале декабря 1941 года в деревянном бараке на месте школы номер 8 располагался штаб этой дивизии, которая под руководством Юрия Михайловича героически защищала подступы к Москве. Наша школа принимает участие в федеральном патриотическом проекте под эгидой партии «Единая Россия». И называется он «Парта героя». Данный проект стартовал в школах России с 2018 года. Открытие состоялось в рамках проектов «Историческая память» и «Новая школа Единой России». Парта героя – это ученический стол с фотографией героя, информацией о фактах его биографии и заслугах. Право сидеть за такой партой предоставят ученикам, которые добились успеха в спорте, творчестве, активистам российского движения детей и молодежи. В этой школе довольно-таки большое время уделяется как раз патриотическому воспитанию. Здесь сосредоточены основные кадетские силы городского округа и большая музейная работа о Великой Отечественной войне. И достаточно много мероприятий, которые позволяют жителям городского округа Химки, нашим ученикам и просто обычным людям вспоминать о тех героях, которые положили свою жизнь, свою молодость на наше будущее. На мероприятии вспомнили основные этапы жизни генерал-майора Юрия Прокофьева. После окончания войны он был почетным председателем Совета ветеранов 352-й стрелковой дивизии. Большое внимание уделял патриотическому воспитанию школьников. Именно под его руководством проводились многочисленные встречи ветеранов с учащимися школы номер 8. Они помнят походы и дальние страны, и простые от сердца народа слова. Помнят лица друзей, уходивших так рано. Их слова и улыбки, ведь память жива. Елена Тараненко, Вильфрид Демковский. Новости Химки ТВ.